Ну, блестяще. Молодец. Начало войны народный артист СССР, солист балета Кировского театра, а ныне педагог и репетитор балета Мариинского Сергей Викулов встретил в 4-летнем возрасте. На протяжении почти 70-летий он возвращается после работы в театре к себе домой, на угол Невского и Большой Морской, в квартиру, из окна которой он впервые услышал о Великой Отечественной. Тысячи народу заполнили Большую Морскую и Невский проспект, огромный репродуктор и речь Молотова. Это я как сейчас помню. Я стоял здесь на стульке маленький и смотрел. Ну, конечно, я не понимал, что это такое война. Через некоторое время дедушка нас с мамой провожал в эвакуацию. Дедушка – это Павел Семенович Жуков, модный фотограф дореволюционного Петербурга. В его ателье на Стремянной улице до 1918 года приходили знаменитости мира литературы и искусства. А после революции он переключился на политический истеблишмент страны Советов. Вся Лениниана – это в основном его. Это знаменитый портрет, вот с альбом «Ленин», вот этот, сделано методом проявления. Это очень дорогой метод, но впечатление было, что это не снимок, а живопись. Высокое общественное положение деда позволило сохранить часть некогда занимавшей весь этаж квартиры, в которой в блокадные дни оставались кроме него отец и тетя Сергея Васильевича. Папа мой художник, его назначили где-то, взяли по маскировке аэродромов. Он тоже какой-то чин имел. Моя тетушка, она имела чин капитана даже. Выезжала на войну, она была блестящим фотокорреспондентом. Она жила, дедушка, какое-то время, но страшное время, и дедушка здесь погиб во время блокады. Хотя Ворошилов предлагал ему выслать самолет за ним, чтобы вывезти Москву. Он говорит, нет, я буду помирать в Петербурге. Из Ленинграда в Новосибирск в 41-м выехал Сергей с матерью. А затем, через 2 года, к ним присоединился и отец, комиссованный с Ленинградского фронта из-за контузии. В годы эвакуации, благодаря кругу знакомств родителей, началось формирование души мальчика. Мы ехали в Новосибирск, и там в это время находился уже заслуженный коллектив с Евгением Александровичем Равинским. Моя мама хорошо знала Евгения Александровича, дружила с ним. Он разрешал мне бывать там на репетиции. И я сидел как завороженный и смотрел на эти фантастические руки Мравинского и слушал эту музыку. Но для меня это тоже было откровение. Это тоже было воспитание чувств. Отец и мать Сергея Викулова были художниками. Квартира на Невском отдаленно напоминает филиал Русского музея. Здесь можно видеть работы матери, ее блокадный портрет кисти отца, прекрасные виды города, его же авторство. Был еще и ценнейший архив деда-фотографа, но из-за попадания бомбы погибший. Когда мы приехали в 44-м году, это был мрак. Затемнение на окнах. Нельзя было вот так открыть ничего там, ни в коем случае. И год мы, в общем, жили в этом состоянии. В соседней комнате у нас была дырка прямо на улице. Осколок снаряда пошел и разворотил стену. Война уже перешла границу давно, но оставила вот эту тень войны, она существовала в городе. Сразу после войны Викулов поступил в Вагановское училище. Его учили педагоги, которые участвовали во фронтовых концертах, но говорить о войне они не любили. Как не любит о ней вспоминать и его супруга, профессор Академии русского балета Татьяна Александровна Удаленкова. Я ее просил как раз прийти, что-нибудь рассказать. Говорит, Сережа, я об этом времени не могу. Она была в это время в Ленинграде и пережила блокаду. Но забыть войну невозможно, и иногда память о ней становится стихами. Война
эвакуация, вокзал. Нас дедушка в рубахе русской провожал. А через год узнали с мамой мы, что он ушел в огонь благодной тьмы. На остановке в поле вдруг обстрел. И тут уж у кого какой удел. И на ходу нас кто-то подсадил в вагон, как дверь его ударила, кровище, стон. Все забывается, но все же иногда я вспоминаю те мгновения и кровь, что подарила нам тогда черной бездны избавление.